которая поможет нам всем раскрепоститься и лучше узнать друг друга. Да. Вливайтесь. Возьмите партнера за руки. И внимательно посмотрите в глаза своему визави. Детский сад какой-то с барабанами. Каждой клеточкой, всем своим существом. Послушайте, хватит валить дурака. Сами не занимайтесь и другим мешаете, Лев Николаевич. Нет, мне здесь нравится. Татьяна Батькова, слушай, скажи честно. А у вас головы у всех все в порядке? Вы что здесь шапито устроили? Послушайте, вас здесь насилие, никто не держит. Первое приходит вам в голову. Если вам не нравится, зачем вы сюда пришли? Уходите. Ладно, давай, не кипятись. Главное. Понеслась, душа драй. Все, давай. Служи сюда. Если бы я тебя любил. Слушай, ну я не могу даже представить себе этого. Лев Николаевич, ну в чем дело? Ну извини, ну пожалуйста, правда, ну пусть она представляет. Давай, 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 ты представляй. Игорь Петрович, пожалуйста, я не могу с ним поставить себе, я в другой уровень. Я не могу поверить, что вы обидели нашу Таню. Ваша Таня просто плаксана. Нельзя. Всю жизнь искать простых путей. Нельзя. Вы пришли для того, чтобы разобраться в себе, а это работа. Работа духовная. Абстрагируйтесь. У вас все получится. Вы же умница. Поехали. Лев Николаевич, я взываю к вашему благородству. Ладно, иди сюда. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Продолжаем. Давай, разбирайся в себе. Давай, начинай. Если бы я тебя любила, я бы чувствовала себя самой счастливой. Ведь у меня есть ты. Я бы заботилась о тебе. И если бы ты устал, я бы сделала все, чтобы тебе стало хорошо и спокойно. Легко-легко. И честное слово, я ничего бы не требовала взамен. Правда. Потому что настоящая любовь, она должна быть бескорыстной. Если бы я тебя любила, я бы стала самой ласковой. И самой нежной. Я дарила бы тебе столько тепла. Я согрела бы тебя. И сберегла. И никакие беды и несчастья не посмели бы нам помешать. Я бы тебе сына родила. Или дочь. А лучше мальчика и девочку. И, может быть, да, мальчика и девочку. Или больше. Это не важно. Важно, чтобы наши дети были рождены в любви. Дети должны рождаться в любви. Только так. Эй, любимая, садись, подвезу. Спасибо, не надо, я прекрасно доберусь на автобусе. Что, типа достал, отвали и все такое? Вы напрасно ищете двойной смысл в моих словах. Просто я не нуждаюсь в такси, вот и все. Да ладно, я понимаю. Вел себя как идиот. Извини. Вам совершенно не за что извиняться. Ну, а если не за что, садись в машину. Ну что вы сумку-то не хватаете? Нет у меня денег на ваших такси разъезжать, понятно вам? Да не нужны мне твои деньги. Садись. Слушай, устал я с тобой спорить. Садись в машину. Нет, ну правда, как-то неудобно. Неудобно, знаешь что?
штаны через голову надевать. Ноги убираем. Ногами листва, свежей памятью мне шелести, отдается в висках сладкой болью от горьких обид. Я не так, чтоб грущу, да и не о чем мне тосковать. Осень, ты не спеши, мне еще не к лицу увидать. Выходи за меня замуж. А что? Замуж за тебя? А что тебя смущает? Так ты же меня совсем не любишь. Так и ты меня не любишь. Неважно это. А что же тогда важно? Важно быть друзьями. Настоящими друзьями. Это как-то все неожиданно. Ну, ты же сама говорила, что он, ну, одна, что плохо, что там не для кого жить. Я тоже один. Ну, ты же меня совсем не знаешь. Так я же тебя не зову в ЗАГС сейчас. Ну, прям сразу. Ну, давай как-то, ну, я не знаю, присмотримся друг к другу там, пообщаемся. Там, месяц-два, сколько понадобится. Что-то типа испытательного срока? Ну, да, типа того. Ну, и привык я к тебе. Когда это ты успел? Короче, что мы решаем? Павел, мне нужно подумать. Ноги, ноги! Ты тоже поклонник Брюсова. Кто у нас Брюсов? Ну, Валерий Брюсов. Великий русский поэт. Я думал, это родственник хозяйки. В сад его. Как ты что? Зачем? Давай повесим. Зачем он нужен? Ну, ты что, не любишь поэзию? Нет. Как? А что ж ты тогда любишь? Надевай. Пошли. Так. Держи. Поднимайся. Ты им понравилась. Да? Почему ты так думаешь? Ну, когда Томка кормила, они ее боялись, улетали. А тебя не боятся. Расстались, очень больно было. Так больно, что как кусок мяса отсюда вырвали. А теперь, не знаю, так царапать что-то, как кошка когти точит. Муторно и все. А если она вдруг... Вдруг она вернется? Тогда что? Все сначала начнешь? Честно? Конечно, честно.
мы же друзья. Не знаю. Но только ты не обижайся. Ты знаешь, когда она рядом, ничего не могу с собой поделать. Полным дураком становлюсь. Не знаю, любовь это или болезнь. Ну, а ты своего сильно любила? Ну, как тут скажешь, сильно, не сильно. Просто любила его, и все. Хороший человек он был. Очень хороший. Ну, извини, что спросил. Да нет, ничего. Времени много уже прошло. Спасибо тебе за то, что ты так со мной откровенен. Да на здоровье. Мы же друзья. Прошу вас. А зачем мы сюда приехали? Мы что, в футбол будем играть? Нет, это не футбол. Это самый большой в мире кабинет психологической разгрузки. Занятия проводит кандидат каких-то, мать их, наук нескучный. Прошу вас. Я? Да. Нет, никогда. Давай, давай. Да я не умею водить машину. Аккуратненько. Да, нет, я не умею. Давай, да я не пробовала ни разу. Вот, так, вот, так. Нет, я не могу, честное так, слово. Нет, я не могу, у меня не получится. Так. Сейчас. Так, еще разок. Выжимай сцепление. Спокойно, спокойно. Так. Поплавнее отпускай сцепление. Не стараюсь. Старайся. Сейчас. Ну, куда ты вцепилась? Расслабься, расслабься, расслабься. Возьми, ай, возьми, возьми. Вот, вот так вот. Нежно его держи. Почувствуй, почувствуй, почувствуй машину. Я пока чувствую одно, что у меня ничего не получается, и я хочу домой. Так, спокойно. Давай все сначала. Давай. Паш, послушай, ну не мое это, правда. Ну не мое это призвание, ну не могу я, ну... Татьяна! Но я хочу, я очень хочу, но я не могу. Татьяна, дело в том, что нельзя всегда и везде искать легких путей. Вы здесь находитесь для того, чтобы разобраться в себе. Это внутренняя работа, поэтому сложно. Я прошу вас, абстрагируйтесь от всего. Вы ведь умница. Ну, я попробую. Попробуйте. Ага. Так, ну, вот, газку, ну и все. Так, спокойно, 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 спокойно. Плавненько, не так быстро, не так быстро, да? Ну, ты едешь? Я еду, да. Ну, ты едешь, конечно, ну. Я еду, Паша. Еду, ну смотри, только рулем крути. Пашенька, я еду, ты смотри. Едешь, едешь, сама, я сама едешь. Еду. Сама, аккуратно, нет, 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 не газуй, не газуй, не газуй, не газуй, вот так, вот так. Я еду. Ты едешь, а? Давай. Виска, сладкой волей от горьких обид. Я не так, что грущу, да и не о чем мне тосковать. Осень, ты не спеши, мне еще не к лицу уйдать. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ломишься, как Шумахер на полной скорости. Прости. Ну, говорю же, тормози. Сейчас.
Да что ж такое? Что, больно очень, да? Сейчас, подожди, дай-ка я посмотрю. Вот, надо холодненькое. Приложите все. Сейчас ключи. Да не надо грязными-то руками, ну! Давай ключи приложим. И все, сейчас. Вот так. Ну, мать, с тобой не соскучишься. Ну, значит, я тоже не скучная. Я должна с тобой серьезно поговорить. Я тоже хочу с тобой поговорить. Это очень серьезно. Послушай, я хотела тебе сказать, что я никак не могу выйти за тебя замуж. Я передумала. Как так? Как ты передумала? Так, взяла и передумала. Я просто сегодня встретила человека, мы давно друг друга знаем, я тебе не говорила. Вот, и утром сегодня мы поняли, что любим друг друга. Сегодня? Да, утром сегодня. Он мне сделал предложение, и я поняла, что я не могу отказаться. Потому что... Хороший человек? Он очень хороший. Сегодня утром он... Ты по всем знаешь? Предложил мне... О чем? О том, что Тамара приехала. О том, что говорит, что любит. Зовет с собой в Москву. Ну так это же хорошо. Это хорошо, потому что ты ее любишь и... Послушай. Послушай меня, она тебя тоже любит. И все наши разговоры о том, что дружба сильнее любви, это все такая ерунда. Это все чушь. Человек должен быть вместе с тем, кого он любит. Таня, о чем ты говоришь? Можно я пойду? Ногами листва, свежей памятью мне шелестит, отдается в висках сладкой болью от горьких обид. Я не так, что грущу, да и не о чем мне тосковать. Осень, ты не спеши, мне еще не к лицу увидать. Совсем нет. Если бы я тебя любил, я никогда бы больше тебя не отпускал. Я
А ты полюбила меня? Родила бы мне детей? Я только сегодня понял, какой я был дурак. Мне так много нужно тебе сказать. Так много нужно тебе сказать. Я должен был тебе кое-что сказать. Но я не успел. Я люблю тебя.